Всем привет, с вами канал Just Games, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Car Mechanic Simulator 2018. В сегодняшней серии мы поставим в нее двигатель, загоним на диностенд и на трассу. Потом мы, опять же, уже вне серии достану мотор по новой, и мы в следующей серии его прокачаем. Прокачаем потом опять на диностенд и на трассу. Сейчас мы его ставим на подъемник. Ну и покрасим. А то в прошлой серии собрали. Точнее, не собрали. Ну да, собрали кузовщину, а этот не покрасили. Все остальное. Облом. Ну ладно. Тогда на одну серию меньше. Мы сейчас тюним двигатель. Да, так, что нам нужно? Поршня, поршневая вся, это, ой, ну чё, затюним мотор, тюнинг, бьём V10 и пошли покупать то, что нам нужно. Нет, нам не этот фильтр нужен. Два штука. Потом вроде бы эта вещь. Купим два дросселя на всякий случай. Всего по два. И двигатель. В двигателе мы покупаем у нас нет, катушка там потом купим, потому что я не помню. Так, поршень 10 штук. Потом вроде бы этот насос. Свечи. Десять штук. Насос топливный. Ну и пока что все. Потом карабас купим. Так. Устанавливаем. Понятно. Фильтр ставим. И... Нет, не тот поршень. Опять стоковый. Сейчас мы сделаем вот так. Прожмем все поршни, чтобы они ушли. Ладно, не будем прожимать, это больше времени потратим. Ой, не туда.
Так, тут все, ставим эти. Самое долгое в этой игре это собирать моторы, потому что слишком много деталей. Мотор можно переворачивать. Еще, еще. Так, мы не купили то, что нам нужно. Нам нужен насос топливный. Так, генератор. Сцепление там вроде другое. Это не нужно, это глушители. Так, где нас? Вот какой нам нужен усилитель? Гидроусилитель. Генератор, R4. Отрядные четверки нам нужен. Понятно, такого нету. Маховик. Ну, придется, значит, ставить родной. Родной и стандартный. Ой, не тот. Так. Так, сейчас купим еще пару распредвалов, которые нам нужны. И продолжим. А у нас распредвалы внизу. Где тут V10? Понятно, легче будет написать V10, чем тут его искать.
Мотор почти собрали, осталось навесное оборудование. Ой, не тот генератор у нас будет стоять, у нас будет стоять тюнингованный. Крышка ГРМ. Я ж вроде бы купил насос гидроусилителя. А, нет, я не нашел. Почему? Вот так. Так, впускной коллектор и катушки нам остались. А нет, нам обычный нужен. Один штука. И катушки остались. Десять штук. А нет, все-таки был насос гидроусилителя. Ладно, сейчас поменяем на тюнингованный. Нам нужен насос гидроусилителя. И ставим этот. Да, блин. Вот так. Ставим. Два дросселя. Ага, дробовой 12. Ничего себе. Топливную рампу еще потом купим. Остался топливный фильтр, но топливный фильтр тут стоковый. Топливная рампа. Топливная рампа в 10-2 штука. И дроссель дамбовый 12.
Так. Атак. Исцепление. Ну, все вроде. Тут заливать масло только в коробку. Снять двигатель. И все. Ставим. Поднимаем. И смотрим нужную нам коробку. Нам нужна коробка от V10. Она тут есть, вот она. Вот нужная нам коробка. Так. Коробку. О, стартер. Карданный. Так, режим демонтажа. Все, спускаем, заливаем масло и отправляем красить. Малярку. Ауч. Завелась шикарно. Красим ее в черный. В черный мат. И на диностенд. Диностенд. Погнали тестить. Да? Итак, у нее в стоке 489 лошадиных сил. У, 751 лошадиная сила. Пойдет, пойдет. И отправляемся с ней мы на трек. И отправим ее в гараж. Так как с ней уже работы закончились. Скоростной трек. BMW E60. M5 E60. Долгая загрузка, но ничего страшного.
И все. Дорожные тесты завершены. Хороший, в принципе, результат. И на этом моменте мы закончим сегодняшнюю серию. И закончим с этой машиной. Всем, кто досмотрел эту серию до конца, вам огромное спасибо. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и писать комментарии. Ну а всем спасибо, всем пока.